3 миллиона тонн зерновых, свыше 100 новых рабочих мест, грантовая поддержка. Аграрии региона, члены Орловской региональной ассоциации крестьянских хозяйств подвели итоги работы за прошедший 2014 год. Особенно следует отметить вклад фермерцев в производство продукции животноводства. Крестьянско-фермерские хозяйства, в пример нашим крупным сельхозорганизациям, показывают прирост поголовья КРС, в частности коров. Увеличение производства молока. Темпы не сбавлять в этом году, производственную мощь наращивать, призвал членов собрания Василий Новиков. Орлов это коренная Россия. Объем финансирования из областного бюджета определен в районе 14 миллионов рублей. Общий объем выплаченных КФХ субсидий с 2012 по 2014 год и план 2015 года почти 130 миллионов рублей из федерального и областного бюджета. Фермеры-передовики за вклад в развитие АПК региона были отмечены почетными грамотами губернатора Орловской области.